Решительно приветствую верные слуги бога императора человечества. С вами ваша девочка, космодесантник Невермор. И мы возвращаемся куда? Правильно, на боевую баржу, где все круто, шикарно, пока мы не доложили капитану Акерану. Неважно. Я так не думаю. Думай, как хочешь. Брат, мы лишь хотим помочь. Помочь? Ты едва не сорвал нам миссию, а теперь говоришь о помощи? Да, прям не слово, не комментарии. Серьезно, болезненно. Каждый приказ обсуждают. Что-то им не нравится, что-то им не туда везде. Господи. Как будто не в армии служат. Сколько их? Астра Милитарум доклад. Милорд. Еретики Астартес. Они замечены во всех городах Улиха Варакса. Все наши отряды уже заняты тиранидами. Мы были не готовы. Адептус Механикус сказали, Аврора готова. И оружие тоже. Сэр. Да, я понимаю, Тит. Только выбора нет. Мы можем хотя бы предупредить Калгара. Невозможно. Астропатический узел на Авараксе сейчас в полном окружении. Все попытки пробиться через орды тиранидов провалились. Можем сообщить по Воксу. Вокруг узла связи мертвая зона. Что-то блокирует наши сигналы. Нам надо туда попасть. Ты думаешь, я не пытался? Но тираниды уже перешли в контратаку. Мы отступаем в крепость. Дадим последний бой там. Слушайте, а может Экстерминатус, не? Поле боя. Увеличить С3. Где же ты? Вот он, Тиранулья. Разведка не сообщала. Он там. Убьем его и разрушим синаптическую связь. Разбегутся, как крысы. Тиранулья — достойный враг. А если нет? Если ошибка? Я не могу слать людей в бой наугад. Ну так Томита, все равно мы втроем поедем. Надо убить Тиранулья, найти источник помех и доставить сообщение на узел связи. Шестеро. Больше дать не могу. Не подведи. Сэр. Император защищает. Император хранит. Лейтенант Тит. На связи. Что у тебя на командной палубе? Принято. А еще извиняюсь, а мы где? Это разве командная? Если капеллан вызывает тебя по поводу моего неповиновения, я готов полностью признать вину. Об этом я не докладывал. Еще не решил, нужно ли официальное взыскание. Архивраг притаился в тенях города Улья. Герика застал врасплох Рубрикант. Наш брат сразил врага, но потерял левую руку. Товарищ капеллан, по вашему приказанию прибыл. Тит. Капитан поручил тебе очень важную миссию. Если ты достигнешь узла связи, твое сообщение лорду Калгару может изменить ход этой войны. Тщательно подбирай слова. Есть сомнения в моих помыслах? Я буду судить по твоим поступкам. Думаю, не стоит напоминать тебе о последствиях, с которыми ты столкнулся прежде. Если ты не готов принять волю примарха, эта служба не для тебя. Да вроде понял все. Похоже, на этом корабле не только меня беспокоят твои намерения. Следить за чистотой Ордена работа капеллана, не твоя. Однажды он закрыл меня от выстрелов. Все видели твое самовольное поведение. Теперь выходит, что это не впервые. Я лишь исполняю свой долг. Спасаю систему от гибели. Так же было и тогда.
Не, вот 100-500 барбершопный предатель окажется. Но нет ему веры. Лейтенант, отряд готов. Ждем приказа, лейтенант. Узел астропатической связи на Авараксе под атакой врага. Если он падет, мы лишимся надежды на подкрепление. Проведем трехфазную операцию. Ликвидируем командование врага, восстановим Вокс и отобьем узел связи. Мы не подведем. Ни одна из команд не имеет права оступиться. Готовьтесь к вылету. Детали миссии я расскажу по пути на поверхность. Но у нас же 9. А капитан сказал, что 6 пойдет. Итак, песня пустоты. Аваракс. Адептус механику твердо намерен применить Аврору, невзирая на потенциальную опасность ее источника энергии. Ультрамарин должен быть готов к любой опасности. Передает предупреждение магистру ордена Марнею Калгару. Добраться до узла связи, отправить сообщение лорду Калгару. А, то есть с тираном Мулли разбираться будем не мы, а в доп. Задании. Возможно, когда-то, но явно не сегодня. Лейтенант, это мы должны сражаться с тираном. Таласа справится с ним. Их всего 3. Мы должны быть с ними, а не играть в посыльных. Это сообщение нужно доставить. И что это за сообщение? Говори прямо, брат. Я заглянул в архивы. Ты был капитаном 2-й роты. А потом ты пропал. Больше 100 лет назад. Я служил в карауле смерти. Остались бы записи. Не о черном щите. О черном щите? Ты стер символы ордена. Я бы за них жизнь отдал. Тогда почему? Меня обвинили. Это было наказание. В чем тебя обвинили? В ереси. Вот это поворот. Вперед! И заметьте, возмущение-то на лицах не нарисовано. Небось его предателя Хаосита. Группа Дельта, проверка связи. Это Веридиан. Пока еще летим. Таласа на месте. Скоро тиран падет. Принято. Движемся к цели. Докладывайте по Воксу. Конец связи. До узла астропатической связи больше 6 километров. Ожидайте крупные силы тиранидов. А солдаты архиврага? Единичные сообщения. Но они здесь. Вы запятнали честь Кадианской гвардии. Благословенный император. Прости мою трусость. Разгромлен. Разве мы опустили руку? Фу, ну и вонь. Замокл, входим в зону Вокс помех. Эти твари могут отравить одним своим собратом. О, зубы императора. Кайрон, если мы снова столкнемся с хаоситами... Не нужно обо мне беспокоиться, лейтенант. Еще раз такое повторится, будешь отвечать перед магистром караула. Я понимаю. Почему ты не сказал о своем взыскании раньше? Это вас не касалось. А что изменилось? Твои подозрения и интриги меня вынудили. Так, что у нас есть? Болт, карабин, марксман,
Болт, винтовка, ГП, Гарри Поттера, что ли? Давайте попробуем. Замечательно. Чего бы нет. Мультимель-то нет, Гарри Поттер, извини. Сегодня мы выбираем не тебя. Открыть ворота. Их заклинило, милорд, еще во время прошлой атаки. А вот и эти ворота. Отойдите. Закройте за нами ворота накрепко. Есть, милорд! Закрыть ворота! Узел связи. Споры! К бою! Ну, споры, ну, к бою еще. Не видали, что ли, вообще? Не, будь ты верь, ты все-таки тач, чувак. Я... Это прям вообще без балды, без вопросов. Засрань, главное не дать им высыпаться всем вместе. Когда они толпой, мультимель, ты вообще милое дело крыть. Правильно, смотрите под ноги. Чего, Венер? Клюшечка пошла. Из-за спор. Дальше не пройти. Я нашел альтернативный маршрут. Продолжай. Передаю на ваши успексы. Надо расчистить завал. О, сейчас горгули набегут. Свободен. Нападаю! Проклятые споры! Кадианцы быстро с ними разберутся. Точно. Есть немножко обоснованное сомнение, но ладно, поверим. Как надо работать, во как надо работать танком-то. Похоже, мы нашли выход. Узел связи. Нашим братьям там внизу приходится нелегко. Это мы устроили адскому ксенусу подобающие похороны. Серьезно? Командир, в чем дело? Без связи с разумом Улья Рой тут же бы рассеялся. Но они до сих пор целенаправленно атакуют узел связи. Доклады подтверждают предположение лейтенанта. Рой противника все еще действует согласованно. А значит, зверь уцелел. Мы клянемся, чудовищное отродье не переживет этот день! Ну,
Не знаю, что там, куда кто клянется. Но ты только что сказал, что ты его порешал. А тебе казалось, что не порешал. Уничтожьте их, братья. Чуете под... Ой, ты, ёй, ты опять эти летающие засрани. Что ж так все грустно-то? Сантроп, готовьтесь к психической атаке. Ты не один, да? Мультимельту зря мы оставили. Да чертова жаба, таки добро сдохнет тут собаку. О, есть, 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 лежачий. Догоняй, догоню, 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 ёшечкой. А в смысле сюда нам? А где? Вот это что ли? Чё-то как-то не, нам вот туда нужно. Сдается мне, что в другую сторону мы идем. Угу, значит сюда. Тю, такая надежда была на инфопланшет, а его нету. Дверь не отвечает. Здесь есть другой маршрут? Да, но это значительно нас задержит. Значит, надо восстановить подачу питания. Еще бы знать бы, где бы. Нет, ты догадываешься наверх по кабелям, но все же. Разберитесь с минами! С какими минами? О чем? А что показалось вам вообще? Запись. Перечень улик. В ящиках, найденных в секторе 55-го Верхнего Улья, содержится 12 томов предположительно еретического толка. Также... изъято 14 лаз-ружей системы Контраэля и 8 лаз-пистолетов различных моделей. Серийные номера спилены, оружие покрыто еретическими символами. Прилагаю пикты находок. В соответствии с протоколами вторжения, улики будут уничтожены. Все следы культа указывают, что он обосновался в Улье уже давно. Мне становится жутко от одной мысли, что он мог просочиться на верхние уровни. Все эти чиновники, бюрократы и политиканы настолько погрязли в интригах, что позволили росткам ереси взойти прямо у себя под носом. Что ж, скоро их всех охватит пламя возмездия. Кара Императора неизбежна. Конец записи. Воистину. Всех покараем, одни останемся. Это был какой-то там по счету 10-й, наверное. Вот теперь можно и наверх. Ясен, красен, тут сейчас не что-то, а даже кто-то будет. Слушай, не может так просто быть, чтобы прям вообще никого. Есть питание. Открываем дверь. Да в смысле? Да не, на обман какой-то. Такая большая зона, прям никого вообще нету. Да, не, ну нафиг. Лазерная фузия. Здравствуйте, пожалуйста. А, извините, как это работает?
на 12 выстрелов. Попробуем. Пощелкаем. Здравствуй, реликвия. Исполненный надежды. Здравствуй, крагранаты. Впервые обманулись в ожиданиях. Значит, за дверями будет тонна. Предатели Астартес! Уничтожите! Да, таки лазерные фузеи тащут. Твоя жалкая жизнь прервется здесь. Щиту ж нам раньше это не давали. Смена магазина. Еретики пытаются нас остановить. Или старательно делают вид. Не понимаю. Предательские легионы ступили на путь лжи 10 тысяч лет назад. В этом они мастера. Они явно хотят остановить Аврору. Не знаю. Я уверен, что тут все не так просто. Их мотивы не имеют значения. Я все равно их убью. Готов применить особый прием. Убить их всех! Нет, заряжается долго, конечно, но весело. Тащим-то еще потрошку найти. Ты или стимулятор, здравствуй, родная. Ереси скверны. Похоже, тираниды тоже в ярости. Если они друг друга перебьют, тем лучше. Вообще ничего не понятно, но очень жутко весело. Реально как и дракой. Терминатор! Терминатор пал! Да нифига, на Шварценеггера не похож, такой терминатор. Сопля зеленая вообще страх потеряла, не? И не таких кромсали. Тянет зала. Стоит вернуться к основным силам. Тит несокрушимому.
Запрашиваю бункер «Удар молота» по моим координатам. Будем прыгать? Запрос принят. Ожидайте. Вот наш вход. Далековато. Там около Таласа. Ответьте. Если Таласа не сумеет одолеть тирана Улья... Тогда наша прогулка была впустую. Где, извиняюсь, офига ли мы так не десантируемся? Нам наконец-то дают реактивные ранцы. Наше место с основными силами. Зачем корпеть в безвестности, когда можно снискать славу, а, сержант? Наши братья гибнут, пока мы крадемся в тенях. Если не отправим сообщение, будет бойня. Барбершоп, ну так тебя же вообще никто не держит-то. Лейтенант сам сказал. Здесь всюду обман. Если тебе есть что сказать, сержант. Проклятье. Не, ну что, обиженная девочка, слушайте. Настолько пафосно, что подвисло немножко. Это кто ж там такой доктор-то веселый? Вы хорошо сражались, гвардейцы. Теперь займите оборону у этой бреши. Есть, милорд. Занять позицию бреши! Болтерная, марксман, разжигатель. А где моя любимая мельта? Нету мельта. Ну да, вы ж прыгаете за коми. Сотрём этих чужаков с лица галактики!
космодесантники! За императора! Тираниды прорвались! Мы не успеем вовремя! Вы слышите? Как и предполагал капитан. Сигнал заглушили. Таласа, доклад. Презренный ксенос. Таласа, связь прерывается. Повторите. Таласа! У нас было три цели, и ни одна пока не достигнута. Пути назад нет. Не, ну может, конечно, какая-то одна и достигнута, потому что... Как-то они дезорганизованы стали. Так я не понял, добрались или не добрались? Вроде бы вот это оно самое высокое. Да, деточка Мильтор уже ее. Здравствуй. Не забыли, прыжковые ранцы работают нестабильно. Прыжковые ранцы забиты пылью. Дальше пойдем пешком. Вы эту пыль видите? Я нет. Но она где-то есть. Таласа проиграла. Лейтенант, какие будут приказы? Примем бой. Наконец-то! За Ультрамар! Солдат убит! Давай, Таласа! Ультрамарин! Неприятель устранен! Заряжаю! Боец ранен!
Да чертова снайпера, серьезно. Не давайте им спуску! Давайте, достаньте меня! Я несу смерть врагам императора! Перезаряжаюсь! Да где вы понавылазил-то, засранье чертова? Слуга императора! Усилите же мой гнев! Да ну нафиг, опять это засрань летучая. Заряжаю оружие. Применил крак-гранату. Собака еще не понравилась крак-граната в жеп. Сайкер ксеносов убит. Перезаряжаюсь. Да твою налево, еще эта огромная корнифексовая дрянь пошла. Вот не было такого уговора, не было. Где вы у корнифекса уязвимые точки видели, засранка? Мне нужны подружки. Мне нужны резкие подружки на мельту. Собираю припасы. Меняю магазин. Это я возьму. Нашел боеприпасы. Мельта-бомба заложена. Иди сюда. Да, подтягивайся, подтягивайся. Да дайте мне его сюда забрать. Перезаряжаюсь. По красоте вообще. Восполняю запас. Особый прием готов. Да в смысле два корнифекса? Да в смысле два корнифекса? А тут реально два корнифекса. Три корнифекса. Фига себе. О, мы тут выжить вообще были не должны. Бойцы, спасайте любимого меня. Что происходит? Таласа. Они убили тирана Улья. Враги в замешательстве. Все до единого. Аж тирана тишина наступила. Своими подчиненными по синаптической связи. Смятение в рядах врагов означает лишь одно. Тиран Улья наконец пал. Вызывает Веридиан. Дамокл, если вы это слышите, мы справились. Замечательно, брат. Есть новости от Таласы. Таласа Дамоклу. Чужак больше никого не потревожит.
Лейтенант Тит, узлу связи. Зона зачищена. Открыть ворота. Водись, светили еще узла связи. Ох, сейчас как войдем. Ох, как войдем-то. И мне просто не верит, а мы что, прям вот прям до самого верха поднимемся и все? Вот так вот на изи-пизи? Отдадим сообщение и все будет хорошо. До кого мы обманули? Это Варшайпер. Наверху будет еще большая щепа. Вы хорошо сражались, братья. Капитан обязательно об этом узнает. Мне похвала не нужна. Ха, да неужели? Довольно! Да, сказал бы, что красота лепота, но не лепота и не красота. Я буду просить о переводе в другой отряд. Не, ну серьезно, что девочка обиженка? Чувак, ты воюй славу императора и будь счастлив. То есть вот там все время, что мы с ним, мы дали его подозревать чем-то еретическом? Нет. А вот он 100 раз. Не барбик. А что нам нужно делать-то? Передать сообщение лорду Калгару. То есть так вот просто взял, зашел и передал, да? Не дам веру. Это по вине ксеносов. Флот и Улья отбрасывают психическую тень, которая терзает разумы псайкеров. И мешает Миран на пути ксеносов позвать на помощь. Надеюсь, еще не слишком поздно. Вам тут не место. У меня сообщение для Калга. Серьезно, самый смелый, что ли, нашелся? Это срочно. Тиранитская тень в Арби заволокла систему. А теперь еще и демонические силы угрожают любому, кто осмелится открыть свой разум. Ты уклоняешься от долга? Вам следует знать. Покажи мне сообщение. Получила. Начнем же. Миледи, я возражаю. Это слишком опасно. Тихо. Вот золотые слова. Я не могу дать гарантий. Серьезно, у чувака одна задача — махать кадилом, чтобы красиво кадило, и все. А он комментарии еще какие-то там дает. О чем она? Я не знаю.
Ты хочешь заманить Калгара сюда, чтобы убить его? Еретик! Ты предашь нас! Как ты предал их на грани! Ложь! Арестуйте его! Он хочет ее убить! Лейтенант! Гадриэль! Я не еретик! Он хочет присвоить источник! Остановите его! Убей еретика! Убей! Хватит! Убей его! Болезная, вы прям не видите хасидской манацы и варпа вокруг, да? А розовым потянуло такое все. Что ты сделал? Ваш танец прекрасен. Если ты думаешь, что мы знаем, кто ты такой, то ты прям вообще ошибаешься очень глубоко. А и Мурах. Победите Мураха, новая цель. Да. Ух ты ж, жмацкий бог, сейчас будет больно-больно-прибольно. А можно мне что-то более дальнобойное такое? Вот, спасибо, пожалуйста. Обещаю, долго он не продлится. Да, поиграем в эту игру подольше. Сила бескрайнего измерения непостижима. Так где ты есть, собак такая? Ох, тут же зоб зашел, хасид настоящий. Собака понял, что сказал, на императора быканул, а сейчас болото такая, а? В смысле боеприпасов? Где вам их найдут-то в этом месте? Девоньки, не пробовали стрелять вон в архипредателя этого? Не? Говорит, помогает. Быренько, пока не отличился. Да ну, сори, ясно, что зараза. Отправ...
обратно в бар. Отплати им той же монетой, брат. Так давайте вы занимаетесь там, а я занимаюсь здесь. Блин, с кем у них огнемет? Почему у вас нет огнемета? О, боеприпасики, здравствуйте, родные. Взял, деточка. Где эта сволота есть? Да ну серьезно, нас сейчас порешают. Выйдите, господи. Фига ли делают эти все наши остальные? А ну, Гуталина, убегаем, Мялич. Почти ж порешали-то, господи. Ну, уди, болезный. Где тут сволотина барбершопный? Нужны патроны. Да. А где их возьму? Начнем с этого. Тепочка. Помогите! Так просто меня не убить. Снаряжение наготове. Реально, потому что наготове патронов вообще нету. Как мне тут застрань достать-то? Твою ж на юж. Щито? В смысле, эти девоньки что-то даже поучаствовали, жмыхнули ему. Да в смысле, у него новая жизнь появилась. За вторую фазу вообще ни разговора не было. Боеприпасы кончились. С каждым мгновением моя сила в этой реальности растет. Девоньки, давайте спасать своего лейтенанта. Вот да ушел, застранец такой. Вон боеприпасы, мои родные. Ежечка.
Гуталин, позови меня срочно. Барбершопный, поднимайтесь к своему командиру, дебилы. А то, блин, мы не заметили. В смысле, помешайте ему. Не добили гада. Не знаю. Лейтенант Тит, ответь. Слушаю. Силы хаоса вторглись в систему. Они пришли за Авророй. Мы немедленно выдвигаемся на Демириум. Как ты понял? Я рос на Калте, когда напали несущие слово. Метка хаоса мне знакома. Возвращаемся на боевую баржу. Я понимаю твои действия, но на этом твоим подозрениям конец. Все ясно? Да, сэр. И все равно ему не верю. Глаза у нее нечестные. Ну таки отбили. Хотя сообщение этому лорду какому-то там Калгару не передали. Мне даже интересно стало, что там за Аврора такая, что всем ее надо. И тиранинам надо, и нам надо, и, короче, всем надо. Зато ачивну кидали полные карманы. Спасите море Солюза от сил хаоса, враг раскрыт что-то. О, еще одно. Цель обнаружена, установите местохождение моря Солюза. Так вроде ж уже как бы уже. Хм, стремновато. Братья, это Аврора. За минувшие часы силы предателей в количестве нескольких сотен захватили комплекс. Захватили? А где Люс? Внутри. У них наш комплекс, Люс. И источник. Святая Терра. Возможно, ты был прав, Тит. И какой у нас план? Мы направили все, что только могли, к Демириуму, но у нас слишком мало людей. Готовится штурм, но шансы на успех невелики, если мы не разберемся вот с этим. Это их маяк для подкреплений. На место каждого убитого встают двое новых. Его хорошо охраняют. Мне понадобится отряд, 5 бойцов. Я могу дать 3. Дальше. Враг черпает силу из этого сооружения. Что это? Не знаем. Но уничтожить его пока не получается. Ваш отряд уже прославился... Вы вот экстерминацию не пробовали, не? Говорят, помогай в таких случаях еще. Есть идеи? Экстерминатус. Я читал про Демириум. Это мир кладбища. Так тем более экстерминатус, слушай, там вообще никто ни о чем. Ультрамарины схлестнулись там с еретиками. На этой планете боевая баржа Клинок Атрея нашла последний приют. И что? Хроники говорят, что ее корпус сильно пострадал, но двигатели сияли ярко. До самого конца. Она уже не полетит. Но как таран... Шансы не слишком велики. Вот и проверим. Ну хорошо. Навигации у нее сейчас, считай, нет. Промах недопустим. Он прав. Кому-то придется пробиться к цели и установить маячок. Мы выступаем через 90 минут. Император с вами, братья. Император, конечно, хранит. Но, чуваки, весь ваш план лежит на том, что какая-то баржа 4000-летняя запустится и пробьет тараном землю. Православный экстерминатус решит все ваши проблемы гораздо быстрее. Лейтенант Тит, немедленно прибыть на командную палубу. Может, как капеллан нормальный. Согласен будет с экстерминатусом, не? Должны последовать с тобой. Как будто я от них могу отказаться, серьезно, товарищ капеллан. Ну, такое скажете, как скажете.
Ладно, сходим, узнаем, что куда, куда, зачем. Но уже в следующем эпизоде. А пока что маленькая пауза. Не забываем про наши Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки все там же под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи и да хранит вас Бог Император.